Уважаемые коллеги, вы оказываете во многом очень большое влияние на то, какие законы, зачем какие законы, какого качества закона мы принимаем, потом, как мы эти законы применяем, как они потом во многом исполняются. Очень важно то, что вы оказываете существенное влияние на защиту прав, свобод наших граждан, наших палакжан, тех самых прав и свобод, которые как раз и записаны в Конституции Российской Федерации. И для этого, безусловно, нужен потрясающий профессионализм, самоотдача, и вы это все демонстрируете. Вот только за 9 месяцев 2019 года нами совместно с законодательной ветвью власти, участниками этого процесса, принято более 100 региональных законов из различных совершенно сфер. Это и сфера образования, сфера здравоохранения, и трудовые отношения, и сфера экономики, которые, безусловно, направлены на дальнейшее развитие нашего региона. Это тоже вот очень такой важный вклад в законотворчество именно у нас вот в Вологодской области. То есть это тоже очень серьезный вклад вот в повышение правовой грамотности. Эту практику сейчас многие изучают и хотят транслировать на другие регионы. То есть это действительно такой передовой опыт, который вот вы достигаете, уважаемые коллеги. Дорогие друзья, я, пользуясь случаем, от имени губернатора, от себя, от правительства области сегодня благодарю вас за ваш бесценный труд, за ваш профессионализм, за вашу самоотдачу. И желаю, конечно, счастья, здоровья, любви, дальнейших профессиональных достижений. С праздником вас!